Хейо гайз, с вами Шимики, я решил продолжить проходить игруху под названием Borderlands. В прошлой серии мы встретились с вами доктора Зеда. И нам сейчас нужно найти с вами генератор от вот этой вот машины, по сути. Так. Тут мышка пашет, все норма. Симка идет. А. Минутку. Я думаю, чего я забыл? Я забыл подрубить таймер. Так, для доступа к карте нажмите Tab. На карте показано много интересного, например, специальные объекты на вашем пути. Карту можно открыть и на вашем эхоустройстве при нажатии Tab. Так, окей, Tab. Так, пекельный дробаш, да, прокачивается, значит, сейчас, хорошо. Уровень не позволяет... А, пистолет позволяет, хотя... Не. Так, способности, это потом мы перейдем. Так, хорошо. Нам нужно пока что сюда. Так. А ну-ка. О. Через раз почему-то сработало. Так, давай. Изи, третий уровень. Так. Так, запомните, иконка на компасе может вам доставить ваши до вашей цели. Вот это, да? Хоп, тихо. Тихо. Тихо добить. Ей перезарядка у нас также. А. Щенок скаков, давай. Дуй ко мне, дуй. Тихо. Минус. Готов. Так, генератор забрать, хорошо. Чекаем, нету ли тут боеприпасов для меня. Так, деньги, хорошо. Shift, ускорение, хорошо. Это я и так знал. Быстро на подрубочах. Будем бежать. Так, давай, давай, беги, беги. Так, на пистолетик переключись. Да-да. Что это? А, так мне нужно еще это вставить. У меня нет медицинского диплома, дружище. Но если тебя подстрелят... Купите щит, окей, щит. А сколько это стоит? 1300. Перезарядка 15 секунд. Емкость 71. Лучше этот. Спасибо тебе. Я слежу за состоянием. А, теперь у вас есть щит. Получаемый урон сначала будет воздействовать на щит. Даже если щит закончится, то он сам восстановится через некоторое время. Старайтесь найти как можно больше сильных щитов. Хорошо. Тебе вещи. Люди пока вам не доверяют. А если хотите найти хранилище, вам потребуется их помощь. Для начала советую помочь доктору Зеду разрешить проблему. Поможем, так, хорошо. Девятипалы. Так, псина туда больше не влазит. А ну-ка, тихо, деньги. Так, еще скаги. Нужно, короче, их чисто вот наблизи атаковать. Зараза. Хорошо, щит. Насколько там щит у меня был? 80, да, по-моему? 25 защитило. А, не, они 25 урон наносят. Хорошо. Так, здесь лучше нам на пистолет переключиться. Ля. Тихо. Да, эти уже были жирные. Так, тихо, тихо. Куда ты бежишь? Тихо, так. Ну, ё-моё, нужно пушку получше найти. Ой,
сейчас ночь начинается и вообще ни хера не видно. Так, двоих кританул, хорошо. Я не понимаю, почему вас так много здесь. Так, по-моему, что-то из него хорошее выпало. Так, наперед, наперед нужно стрелять. Так, хорошо. Еще зачищу это место. Если это, конечно, можно сделать, чтобы они снова не появлялись. Так, патроны. Так, пистолет выпал. Еще пистолет. Так, деньги, деньги. Так, мусор катим. Новый уровень. Да, мы несем боль. Все правильно. Так, деньги, деньги, деньги. Опа. Хорошо, это не активируется. Сундук. Так, еще одна снайперка. Так, это пятого стоять. Теперь я ж могу снайперку юзать. Так, деньги собираем и идем, короче, дальше. Быстро сбегаем туда, вернем челику то, что ему надо. Так, сначала, а ну-ка. 16. Ну, там с прицелом. Сравните, а ну-ка. Так, а с чем ты сравнишь? Это снайперки. Да, я могу снайперку одеть. А, здесь точность лучше. Вместимость обоймы плюс 13. Ладно, не суть. Снайперка. Снайперка у меня пойдет вместо дробаша. У прицел убогий, конечно. Будем с этим как-то жить. Так, пистолет. Так. Врагов нету поблизости, окей. Фу, нужно, короче, либо быстрое перемещение делать как-то. То, что это херово, я очень много времени трачу для того, чтобы добежать только для сдачи миссии. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Тебе что-то нужно? А, нет, на, бери. Кажется, встретитесь с ТК-бахой. Где ж ты, КПХ? Ах, бля. Просто заставляет бегать в одно и то же место. Да что, у меня выбора нету. Шо это? Бля, вы шо, гранату кидаете? А? Малой. Ля, ля, ля. Долго перезаряжается снайперка. Так, присесть. А, она не точная. Окей. А что там по точности? А, 95%. Оптический прицел 1,5. А, я понял. В движущей цели я попадаю. Хорошо. А, запомню. Так, а патронов на АВП мало у нас. Именно вообще, если смотреть, какие здесь враги. Ты кабаха. Ты че, херяная? Да, я. Еще один шаг, и ты труп! Не стреляй, плес. Что же у тебя сейчас было? Знаешь, какой у тебя сейчас рост уже, когда ты говоришь, но диалог не попадает. О. Поболтаем немного. А чего? В этих краях не часто обо мне не беспокоятся. Я могу о себе позаботиться. Со мной все будет в порядке. Все будет. Ага, туда мне идти, окей. Тихо. Бомж как, таковы по патронке. Так, вижу унитазик мой. Так, все взяло.
Я. Так, мясо, мясо. Так, мне что, нужно вернуть твое мясо, чувак? А, серьезно? Окей. Вернем твое мясо. А. Ой. Раз. А, теперь мне нужно всего лишь два попадания в них. Хорошо. Раз. Два. Сразу. Вот чит спасает с одной стороны. Так, еда. Деньги. Ага, еда. Так, вон вдалеке еще вижу. Скак щенок, окей. Я ничего. Так, голова критическая. Ага, это когда они только рот открывают, хорошо. Так, ты уже что-то другое, тихо. Тихо. Ну, скоп. Так, перезарядка. Так, хорошо. Все собрал, возвращаемся к этому чувачку. На юго-запад идем. Не, ну прицел мне не нравится вот этот. Он не очень такой точный. По своей еще форме вот это овальный. Цилиндрическая форма. Эй, иди сюда. Ну я пришел, на. Забирай еду свою. В этих краях не часто встретишь собеседника. Вы отлично совсем справились. А я подумываю заново открыть в кременнике. И все благодаря вам. Отправляйтесь в город и прикупите себе снаряжение. Они все-таки потом восстанавливаются. Давайте вы от меня отстанете, да? Ля-ля, малой, бежит. Ты-ты-ты-джу! Бля, я застрял между этими бочками. Пипец. Так, он, оказывается, метает свой топорик мелкий, еще плюс этот, суицидник. Буду знать. Ты все танцуешь, да, железяк? Вот. Так, гранаты, патроны можно купить, хорошо. Так, лутаем, что здесь у нас есть, ящик боеприпасов. Так, хорошо. В принципе, я боеприпасы могу и не покупать. Поиск, номер телефона, оружие. Так, охота за скагами, оружие. Хотите выпустить как можно больше пуль за секунду? Владов решит эту проблему. Так, оптика. Один. Это очень плохо, мне нужна оптика побольше. Лучшая защита не нападение. Так, задержка содержит 3 гранаты. Купите себе щит. Они еще ко мне бегут? В мире полном неожиданностей. Всегда можно рассчитывать только на оружие. Ну, да то ладно. Так, у вас теперь есть гранаты. Нажмите G, чтобы бросить гранату. Окей. Я не понимаю, это, либо это по мне ведется огонь. Ну-ка сейчас посмотрю. Надеюсь, не по мне. Ну, они с кагами перестреливаются, окей. Покажи мне кровь!
Не, не выгодно. Ух, она еще не ваншотит, окей. Ваншотит. Нам в голову ваншотит. Сейчас мы к этой АВПшке пристроимся, плюс еще сейчас я, скорее всего, апнусь до 5-го. И поменяю я АВП. Эй, новичок! Я давно тебя... Нет, не поменяю. Главное, не подпускай. Так, баррикада разрушена, тайник с оружием найден, девятипалы убит. Девятипалы это у нас... Один из этих, да, типа, главных психов, вот этих врагов. Так, ладно, я думаю, короче, против этих можно из пистолета. Даже патроны не хочу на них тратить. Скаги. Не, если, конечно, игра именно такая долгая, вот это, что я иду до одного босса. Ну, скак, девятипалый, это же по сути босс. Так долго, то игра будет очень долго, мне кажется. Плюс это одна локация из многих, наверное. Так, но они уже кусаются меньше, может это просто за то, что они не прыгают на меня. А именно прыгание этим у меня по 20 урона, а это где-то 18. Хорошо. Так, сохранение произошло. Ого! Взрыв даже здесь было слышно. Бам! Давно пора разобраться с девятипалом. Я отправлю его координаты по эхо-сети. Когда разберешься с ним, заходи ко мне. Окей. Так, это у нас лощина скагов. Гели. Лощина. Так, окей. Сложно использовать новые возможности. Опа-на. Со старым снаряжением. Апгрейд. У нас есть апгрейд. Хорошо. Пистолет, снайперская винтовка. До 60. Пистолет, ракетомет, гранаты, пистолет, пулемет, штурмовая винтовка, дробовик, револьвер, пистолет. Давайте снайперку, наверное, апгрейдну. А, все больше нельзя, хорошо. И мне еще хватать на что-то. Я бы взял пистолет, как вариант. Давайте, наверное, и пистолеты возьмем. Хотя дробаш в ближнем бою. Пистолет. Пистолет. Все, я больше не могу, да? Хорошо. Остальное я пока этим не пользуюсь, поэтому. Так, продажа. Ну, пистолет с прицелом, ну, он дерьмо. Продать, окей. Продать. Снайперскую винтовку я оставлю, дробаш оставлю, пускай будет. Продать. Вот пистолет нормальный. Вместимость хотя бы бойная и повреждение 23%. Но здесь скорострельность больше. Мерзкий рецидивист. Продам. Все. Если нужны лекарства, щиты. Что у нас со щитами? Емкость 90. Перезарядка. Хорошо, а? Плевать. Я вот такой вот не знаю, перезарядка это именно сколько мне нужно подождать секунд, либо... за столько времени он типа восстановится. Щенок скагов. Ой, там какая-то псина новая вышла. Ой. Или это ты был? А? Нахера ты пасть открыл? Да, рот это их не критическое место. Будем нос копить. Оп. 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 Да тихо ж ты. Так, здесь. Да, дикий.
Пистолет продам, хорошо. Патроны АВП. Здесь стрельнуть мимо. Новый уровень, хорошо. Так, вы заработали очко навыка. Очки навыка позволяют вам добавлять вашему персонажу навыки, новые навыки и специализации. Используйте очко навыка, чтобы открыть активный навык. Активный навык Брика позволяет ему становиться берсерком. В это состояние Брик очень силен. Почему-то запятая. В рукопашном и может драться обеими руками. Хорошо, мы это обязательно сейчас проверим. Это друзья, которых у меня нет. Пешка, окей. Хилка. И место сколько у нас есть. Так, я ВП могу поменять. А стоит ли? Сравнить. Урон больше, но точность меньше. Ну, незначительная. Скорострельность больше. Да, я беру. Так, вот это, да? А, ну-ка. А то же самое. Да, больше скорострельность, но 3 патрона. Так, способность ТП. Брик. А, и древо идет вниз. Хорошо. Теперь у вас есть активный навык. Нажмите F, чтобы использовать активный навык. После использования навыка будет недоступен до тех пор, пока не перезарядится. Короче, это ульта как в доте. А Йозе, думаю, я его не буду именно очень часто. Так, а куда он свалил? На угол. Оп. Оп. Тихо. Не. Так. Ладно, потом подберу на обратном пути. Деньги сейфа. Так, Гриныч. Так, по-моему... Ага, бесполезные, окей. Так, это оружейный складик, да, здесь был, по-моему? А, пистолет. А, любви, все... А, у вас есть 2 слота, доступные для быстрого переключения оружия. Дополнительное оружие хранятся в вашем рюкзаке. Вы можете поменять оружие в слотах, открыв ваш рюкзак кнопкой Tab и установить новое оружие в слоты. Ну... Я уже так это знаю. Пекли. Ну, он такой. Он без прицела. Ладно. На продажу сойдет. Короче, я думаю... А куда мне идти надо? Стоять. Ага, мне сюда. Окей. Окей, хорошо. Также у меня еще дорога есть сюда. Ладно, давайте пойдем туда, куда мне надо. И закончим на этом. Ох, как же это больно. Ну, тихо. Маленький карлик. Маски психа. Суицидники херово. Так, мне что, указательный палец болит? О, сохранялка. Первое серьезное испытание. Надеюсь, вам удалось как следует подготовиться к нему. Нет. Так. Тогда вооружайтесь до зубов. А я думаю, а почему бы нам здесь и не закончить, кому в принципе? Нужен врач, когда есть мои машины со своими страшными иглами. Я же сохранился, да, по идее?
Ладно, давайте, наверное, на этом и закончим. Ну тогда тут не будет никакого экшена. Так, враг меня стреляет, успокойся. Либо уже дойти до конца. А, боссика я ставлю на самое последнее, это на следующую серию. Поэтому всем спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и пока.